Ловись, рыбка, большая и большая. Маленькую мне нафиг не нужно, только большую. Огромную и такую массивную, толстую. Вот тебе... Опа! Опа! Так, сырая тресочка. Нет, это лосось. Ну там три лосося вот это плавают. Какую треску вы мне даете? Вот, давай хотя бы один... Ой, ой, ой-ой-ой, извините, извините, прошу прощения. Я сейчас уйду. Вот так, вот так вот. Добрый вечер, добрый день, как ваши дела? Рыба только что клевала, из-за тебя сорвалась-то. Ну-ка, ну ты не в курсе, тебе никогда не говорили то, что когда ловишь рыбу, надо быть тихо, потому что вот это не будет клевать, ты спугнешь рыбу. Тихо, будь там. Хорошо. Ёперный театр. Ты мне дашь нормально порыбачить, Кать? А что ты делаешь? Рыбачу! А как у тебя дела? Вот у тебя расскажи. Пока ты не пришла, дела были нормально. Вот ты сейчас пришла, все как обычно испортила. Все, будь тихо уже, пожалуйста. Ну 5 минут помолчи хотя бы в этой жизни. А на какие оценки ты в школе учился? Слушай, мне так интересно, давай поговорим. Что за странные вопросы на нормальные, обычные, средние? Просто я тут ходила, гуляла. Бирку, я бирку вытащил. Неплохо. Какой ты молодец! Ага. Ура! Бирку вытащил, слушай. Ты не хочешь пойти там, я не знаю, уйти из этого города навсегда, например, в другое место, нет? Нет, не хочу. Давай переедем в соседнюю деревню, там построим дом. Давай здесь больше жить не будем. Тебя сегодня вредная муха какая-то укусила, или кто? Тут 130 серий выживания живем здесь, а ты сейчас переезжать захотела. Не будем мы никуда переезжать, успокойся. Да я просто сломала там. Ну, ладно. Ну, не хочешь, как хочешь, я пошла тогда. Чё ты там сломала опять? Я ничего не сломала, я об это... А поэтому ты сейчас мне за вот это мозги пудрила, да? Чё ты сломала, признавайся? Ну там, пойдем, покажу. Так, ладно, рыбка большая и большая, надо немножко подождать. Давай показывай, чё ты сломала. Ну пойдем. Катя, Катя, пописяка. Ну на самом деле, как бы это все случайно получилось, ты не думай, что я косижопа какая-то, вот. Это все на самом деле, ну, произошло по чистой случайности. На самом деле, война просто, ну прикинь, война. Ну напали на нас немцы, ну и что теперь, ну как, ну нет, ну нельзя, ну нет. Короче, я тебе сейчас все расскажу, ты только не паникуй. Пойдем сюда. Ага, давай. Заходи вот сюда. Давай, вот, давай. Мы только вагонетку не садись, пошли пешком. Ага. Оп. Ой, ага. Вагонетка покатилась, ну ничего страшного, ее больше можешь не увидеть даже. Пойдем. А в принципе она нам не нужна больше. Ты хватит кота запричиндала уже тянуть, ты мне покажешь, что ты сломала или не покажешь. Так мы идем, ты только не волнуйся, я тебе все расскажу. Ты сейчас увидишь, я тебе все расскажу, как оно все было. Только ты не ругайся, то, что я играю. Ты деревню всю сломала. Да нет, деревня в порядке, ты не беспокойся. Вот, мы почти пришли, чуть-чуть осталось. Вот. Это тоже нам больше не надо. Вот. У меня сейчас настолько много вопросов, то что я даже не знаю, с какого из этих всех вопросов начать. Давай с самого обычного. Что за дичь здесь происходит? А ты не беспокойся, мы все починим, мы все исправим. Короче, на самом деле я просто пошла в деревню проведать, ну, наших жителей. Когда обратно возвращалась, на меня напала стая собак и волков. Ну, они побежали за мной по этой дороге, я что должна была сделать? Я, естественно, перерубила им путь, они все посыпались в воду. Ну и все, я спаслась, просто вот они теперь там. Одна вон собачка там тусит на дороге, а другие... Подожди, а голем здесь? Почему ты повесила голема среди белого дня? Это не я. А кто? Голема не я повесила, спрашиваю собак, я не знаю. То есть собаки повесили голема? Возможно, это, значит, хорошая теория, кстати, надо разобраться в этом. Ты понимаешь, что я просто отошел на минут 10. Ты уже успела повесить голема, успела в воду сбросить бедных собак, успела взорвать наш железнодорожный вот этот мост, и успела подорвать свое доверие, это 4 пункта. Ну давай вот с последнего мы вот как бы, ну, не будем. Ладно. Пошли за мной, я тебе тоже хочу показать, что я построил. Я, конечно, никакого голема не весил сегодня посередине белого дня, но я построил кое-что, что давно просили нас подписчики. Так как я могу за тобой пойти, если ты меня в лужу столкнул? Встречаемся возле сральника! А, хорошо. А после серии ты весь этот железнодорожный мост ремонтировать будешь? Без проблем. О, как я быстро оказалась у сральника.
Давным-давно возле нашего магазина, ну твоего магазина, возле твоего магазина Катя Крафт Шопа Попа появилась огромная яма. Раньше там был железно-железный завод големов. Но одна молодая женщина к чертовой бабушке только что разделась у меня на глазах и взорвала весь этот железно-железный завод. Не буду спрашивать, зачем она это сделала, но ладно. Я долго думал, как применить вот эту огромную яму к чему-то полезному. Если бы не комментарии подписчиков, то я бы не смог построить то, что я построил. Екатерина Жапипоповна, прошу открыть вас эту дверь и посмотреть, что же у нас там появилось. Ты просто посвящаешь это мне дело, я могу открыть, правда? Правда, открывай. Правой кнопкой, а не левой! Да пофиг, уже сломала. Заходи туда быстро. Заходи, подписчикам тоже надо показать, не только тебе. Стой. Подожди, что это такое? Это что, ад у нас дома? Ну, частичка, всем небольшая частичка ада. Подожди, а что здесь так Каролин много? А Каролин, ну вот, давай я тебе покажу. Так, ты дверь обратно поставила? Поставь обратно дверь. Ща, подожди. А куда ее поставить? В лаву? Ёханый ты бабай, я тебе даже показать нормально ничего не могу. Ты сюда вернись! Короче, здесь спуск. Спускаемся мы с магазина по такому спуску. Здесь много каролин. Каролины здесь живут. Спускаемся по спуску, спускаемся сюда в эту долину. И здесь у нас появляется прям перед глазами действительно частичка ада. И у меня вот такой к тебе вопрос. Учитывая то, что и я читаю все комментарии подписчиков, ты тоже читаешь все комментарии подписчиков? Я читаю, но я не видела комментария, чтобы мы сделали ад у нас в городе. Нет, это для чего-то. Как ты думаешь, зачем здесь столько много лавы, а? Ну, это большая мусорка. У нас там есть маленькая мусорка возле конюшни, это большая мусорка. Это не большая мусорка, это что-то другое, угадывай, зачем это? Ну, вот же там Каролина сидит вон там, видишь? Ну? Вот это бассейн для Каролин. Бассейн из лавы для куриц? Ну да. Нет, это не бассейн из лавы для куриц. Так почему? Смотри, они прыгают в лаву, сразу варятся там, и у нас готовый шашлык. Ну, теория как бы неплохая, я вижу, каролинам здесь в принципе нравится, но нет, это зона отдыха не для каролин, а для того, кого мы давно планировали привезти к нам домой, но все это время не решались. Ты угадала? Кого? Ну догадайся, кого! Я не знаю даже, ну, кабанов, что ли, вот этих вот. Ой, пошли, и дверь уже поставь обратно, пожалуйста. А я ее в лаву выкину. А, спасибо. Нет, учитывая то, что мы постоянно читаем комментарии подписчиков, все говорили, чтобы мы притащили домой стикеров. Понимаешь? Лавомерку, что ли? Лавомерку, да. Но чтобы они там не страдали, потому что когда лавомерка без лавы, она становится фиолетовой и начинает... Вот так вот трястись, а нам вот этих страданий не надо. Поэтому я там специально для них и построил этот мини-ад. Подожди, ну мы же не можем просто так взять и притащить его в Америку. Как же нельзя притащить? Что ли это нужно вообще? Ну расскажи. Ну, нужно взять ножницы, нужно срубить грибочки, нужно притащить лавомерок и просто запенюхать туда в тот мини-ад. А еще, кстати, посмотри, какую я там карту делал прикольную. Карта-то прикольная, но ты не подумал то, что у нас ад находится слишком далеко от того места? Может быть, там новый портал построим? Нет, все будет замечательно. Надевай вот эту броньку на свою голову сракотанцию и пошли. А там золотую сральку. Броньку. Я хотела сказать золотую броньку, а сказала золотую сральку. Зайди просто в ад и все. Золотая сралька ты моя. А можно мы просто спокойно стащим двух лавомерок и уйдем? Пожалуйста. А почему меня бьет-то? Я же его не била! Да потому что ты не с золотой сралькой, ты в алмазной сралькой! Пипец, так я же тебе сказала, давай золотую сральку возьмем! Ну а почему ты тогда ее не взяла? Так я думала, ты умный человек, ты и возьмешь! Убей ты уже Гаста наконец-то! Че ты смотришь-то на него? В смысле убить ты мужик в этом аду или кто? На, собака, лови! Не попадаешь по нему. Ну потому что он слишком быстро летает. Короче, пошли искать лавомерок, не будем отвлекаться на этих гастов.
Так, главное не свалиться. Надо было взять вот это огнеупорное, огнестойкое зелье на всякий случай, если Катя сейчас себе немного жопку вот это подожжет. А я знаю, что делать, я знаю, что делать. Давай, вот простройся к тому стикеру, давай. Ты не знаешь, что делать, я тебе еще даже не объяснил, что делать. Подожди, пожалуйста, секунду. Ты их уже притаскивай сюда, возьми удочку или возьми гриб, они к тебе подойдут. Ну я умею. Эй, кс-кс-кс-кс. Стикеры. У меня есть гриб. Давай ко мне. Алло! Алло! Давай ко мне. Оп! Седло. Садимся. Удочку с грибочком и уходим от лебедерчи. Все, мы домой. Да, ты, вот я тебе говорил, ну ты хотя бы подожди, пока я тебе объясню. Ну, Кать, их нельзя с седлом притаскивать в обычный мир, только без седла, понимаешь? Как это? Ну, подписчики говорили то, что с седлом они почему-то в портал не заходят, только без седла надо. Эй, как теперь с него седло снять? У меня последнее было. Никак, все, ты подарила ему твое седло. Ну и вали, ну и пожалуйста. Так, это мой, его будут звать Станислав. Иди вот своего приручи, иди вот туда, возьми. Да как? Вот как, туда, как? Ну подойди вот туда и приручи одного. Так, Станислав, ты давай за мной, потопали. Сейчас Катя притащит тебе братика. Ну или сестру. Артём, иди сюда. О, отлично, пойдем, Артём. Пойдем за мной. А! За мной. Кать, он с седлом, господи, я тебе только что сказал. Стикеров седлом нельзя приручить. Иди другого притащи. Стас, давай за мной. Ой, Стас, ну блин, что ты не мог с собой сразу подружку взять какую-нибудь? Артём! Ну какой Артём? Что у нас будет, Стас и Артём? Давай хотя бы одна девочка, один мальчик. Пошли, Станислав. Артемия. Ну нормально. Артём и Станислав, я вижу, как вам плохо, но скоро все закончится. Вы, главное, подружитесь, потому что вы теперь братья. Я решила все-таки, что это будет Артём, а не Артемий. А чё ж ты мне золотую сральку-то не дал? Затаскивай их в портал, давай, я здесь защищаю тебя. Станислав, так. Артём, внутрь, Артём. Внутрь, давайте быстренько вот сюда. Ну чё ж вы такие там медленные, ну ёханый ты бабай. Ой, чё-чё-чё-чё-чё-чё, давай. Кать, затаскивай его. За мной, Артёмий, давай. Ну чуть дальше отойди там, и сама теперь, тупая мама у тебя, Артёмий, вот сюда, давай, проходи, опа, один телепортировался, и второй значит, работает, подожди, а если они там сдохнут сейчас в обычном мире? Ой, у него сердечко появилось. Какое сердечко, так, жди меня, сейчас приду. Ты смотри, этот паучина застрял на бамбуке так же, как и ты застряла в предыдущей серии. Спайдермен, ну не повторяйте моих ошибок, молодой человек, уходите, это наша точка. Самое главное, чтобы сейчас у всех наших остальных детей при этом зрелище психика не нарушилась, а то мне кажется... Смотри! Если сейчас... Дрыть колотить, ты как друг друга на друг друга засадила-то? Я говорю, если сейчас Елизавета увидит вот этих стикеров, она убежала сразу же, как только поняла то, что здесь что-то не так. Веди сюда. Так, аккуратно. Главное, чтобы реально сейчас никто не испугался и не покинул наш дом родной. Сейчас у чебурека, про чебурака вот этого просто психика вся нарушится, когда он увидит вот этих потлатых стикеров. Ну ты ближе к ним подойди, они отстали от нас. Ай-яй-яй-яй. У чебурака уже психика нарушена, когда он с бабой познакомился со своей. Ну, кстати, да. Учитывая то, что бабу чебурака до сих пор зовут баба чебурака, что-то у них отношения не клеятся. Давай, веди сюда! Да веду, Артём, Стас, давайте быстрее. Так, Артемий и Стас, мои красители вот в этом сундуке не трогать. Броньки кожаные не трогать, да вообще ничего не трогать, у вас свой дом сейчас будет. Проходим по одному. За нами. Так, а вы протиснитесь здесь, нет? Почему мы их не повели вот туда? Почему мы их через двери-то повели? Они здесь даже не пройдут. Ну потому что здесь лестница, здесь все благоустроено. Ну ломай тогда, ломай. Так, ладно, потом починим. За нами, давайте, дети наши, сюда.
Так, еще чуть-чуть, и вы попьете свою лаву, давайте. О, здесь Каролина. прошли. Каролин в сторону. Они сейчас лакомятся на Каролин, и все, и сидят их чертовой бабушки. Так, мне кажется, они не будут их есть, так что все нормально. Так, давай сюда. Каролина, ну не путайся под ногами, ну ядрить ты колоти. Давай, проводи их, все с дороги. Каролина, все с дороги, Каролина с дороги. Ой! Пару метров. Осталось всего лишь пару метров. Заходите внутрь. Вот давайте. Тащи их сюда, давайте. А что, они сами не могут понять, что ли? Вот лава. Давайте, заходите туда внутрь. Как вам гриб-то сюда кинуть? Вот здесь гриб. Сам же себе задницу поджег. Вот там гриб. Заходите. Ну вы видите лаву. Вы что такие глупенькие-то? Ну, Стас, Артём. Стас идет, Стас понял то, что здесь, Стас жив, а вот Артём твой тупой, походу, он вообще... Это вообще-то вот Артём, а это Стас. Нет, это Стас, у тебя там Артём. О, эта идейка, конечно, вообще безумная. В таких моментах хочется сказать, поменьше бы мы читали комментарии подписчиков, когда кто-то говорит, что мы притащили стикеров из ада вот сюда. А с другой стороны... Жопа требует приключений. Поэтому, если бы не эта идея, Артемий бы сейчас не катался здесь на лаве. В обычном мире, кстати. Новейшая разработка имени меня. Мы просто возьмем и построим здесь забор. Нет, не выходи, нет! Вернись обратно в лаву, тупица. Какие-то... Давай застраивай уже. Какие-то тупые эти лавомерки. Реально, идея как бы прикольная, но идея немножко тупая. Потому что они вообще здесь сидеть не хотят. Они вот мечтают просто отсюда свалить как можно скорее. Все, давай застраивай. Вот. Все, вот так, все, сидите там и живите, поживайте, добра наживайте. Все, удачи вам. Сейчас, подожди. Сейчас приду. Че ты опять придумала? Ну хватит уже. Сейчас, погоди. Это ваш дом. Отсюда не надо совершать побег. Понимаете? Просто живите здесь. Че ты придумала? Смотри. Сейчас мы их тут, это, покормим чуть-чуть. Каролин пораспускаем. Только мне что-то не везет. О, вылупилась одна. Ты чё, куриный супчик делаешь? Это вермишель или что? Ну, они проголодались, наверное. Кушайте. Все, спокойной ночи. Пока-пока. Кать, они грибы едят синие, а не куриц, Каролин, заживо. Они теперь у нас живут в городе, значит, будут есть то, что я схожу. Ну, кстати, да, все, пацаны, вы больше не вегетарианцы, жрете мясо. Ага. Пошли. Пойдем. Ну, я все же реально предлагаю... Шашлычки-то сегодня заварганить? Ты как, не против? Ну на, держи, у меня уже есть. О-о-о-о! Обожремся, мать! Пошли! Ну и дверь-то обратно поставь, пожалуйста. Да она давно уже в лаве сгорела, ты. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems on problems. I saw, but my run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I saw, but my run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going